Здравствуйте. А вы в каком жанре поете? Я певица. А в каком жанре? В классическом. О! Нет, интересно, кто за меня переходит. Что за жанр? Не знаю, может, она поет или танцует. Мне уже все интересно, что она танцует. Комическая пантомима. Здравствуйте. Я Матрёна Калинина из Брянска. У меня в Брянске свое праздничное агентство. У меня есть свой стилист Сергей Пастух. У меня есть свой хореограф и свой звукорежиссер. Мне не хватает только продюсера, такого, как Филипп Киркоров. Я женщина красивая и очень даже скромная. Но мне бы очень хотелось сегодня исполнить свою заветную мечту и признаться в любви самому лучшему ведущему Дмитрию Шепелеву. Дмитрий Шепелев! Димочка! Пожалуйста! Дорогой мой! Пойдем, пойдем на Куда? Сцену! Пойдем на сцену со мной! Куда вы меня тянете? Пойдемте! Вы знаете, Дмитрий... Что? Полгода, как мы с вами знакомы. Да, что вы говорите? Да. Что за новость? Приятная новость для меня. Последний вы знакомы? Раз я выступала, и вы мне поднесли стаканчик воды. Зря, наверное, да? Какое счастье, что она выбрала не меня. Впервые в жизни я по этому поводу не страдаю. Я хорошо отношусь к Шепелеву. Спасибо. Я бы хотела от вас только одного. Я бы не хотел, чтобы вы сейчас что-то говорили, пожалуйста. Автограф. Без всяких проблем. Больше ничего я от вас Пойте, не хочу. Пойте, Матрёна! Матрёна, скажите, где вы хотите этот автограф. Где? На каком месте, скажите? Посмотрите, а ведь охотятся шакалы. Ну где? На своей левой груди. Вот здесь, а посмотрите, у меня медалька вот в этом месте. Медалька, послушайте, а ведь это вы участница комедийного шоу, да? Да. Да, на другом телеканале, название которого нельзя произносить, тот, который всегда второй. Все, да. Я знаю эту вы девушку. Вспомнили Она меня. Очень смешно поет куплеты. Вы будете петь куплеты? Да, Матрёна, я пойте, а то сейчас Матрёна, все нажмем. Пойте скорее, потом подпишу. Пойте! Ой, спасибо! Давайте. Неделю была у сестры, сегодня вернулась с утра, а листья на грядках серы. Да енш, парша или рак, и фит, тарос, и цист, парос, сяптригос, и манилиос, кубмикос, и филостиктос, карос, парос, альтернригос. Упал мне кросс, упал мне кросс, давай разводить купорос. Иду я по грядке с ведром, гляжу, трое зайцев сидеть, морковки надрали кровь. А вы знали, какие она будет петь куплеты? Да, мы уже достаточно долго с ней работаем, и вместе с Сергеем поступаем. То есть это продуманный образ, да, ваш? Да, создаем образы. Спасибо. Не буду я лезть, а пить второс убьет купорос, цисто порос убьет. Ну, смотрите-ка, вам все уже... С вами. Все,